Я думаю, вам все очень сильно понравится. Но перед тем, как мы с вами пойдем на всякие вертушки, игры и все прочее, мы передадим слово нашему дорогому отцу Роману, который сейчас с вами побеседует. Вы ему можете задать вопросы, которые вам интересны. Я уверена, что у вас очень много вопросов. Правда? Очень. Есть? Правильно, знаю, что есть. Вот, поэтому давайте поприветствуем аплодисментами отца Романа, но мы уже позже расскажем обо всем. Сокровище благих и жизни подателя. Приди, селисенные, очистенные от всякие скверны, спаси благо души мои, благослови. Благословен Бог наш, всегда на небесный, во веки веков. Аминь. Садитесь, девочки. Он не знал, как бы ответить. Ну, друг его, товарищ, спросил. Я говорю, давай разберем вместе. Понимаешь, я хочу, чтобы ты поучаствовал, чтобы твой мозг поработал. Потому что я сейчас тебе расскажу, ты не услышишь. А когда ты сам ответишь на свой вопрос... Ты крещен уже, да? Да. Тебя крестили давно? Угу. Вот. Скажи мне, что там? Что тебе крестные рассказы и мама с папой? Про Бога? Да. Какой он? Вот как они тебе рассказывают? Где он? Как он? Как ты представляешь его себе? Он на небе. Он нас охраняет? Да. Вот он, ты чувствуешь его себе? Помог. Ну, я просила, чтобы дедушка ходить лучше стал. Он стал. Да? Лучше ходить. Вот, видишь, как. Слушай, жизнь какой-то, да, наверное? Или что? Ну, понимаешь, забыла? И просила, чтобы он мне помог. Я прям... Он мне помог. Я всплыла и дальше... Умничка. Ну вот видишь, надо делать хорошие поступки, не надо, может быть, как? Это мешает жизни? Вот тебе мешает. Мне, ну, люди делают хорошие поступки и плохие, и это их выбор делать. И... Откуда оно появилось там? А? Из сердца, да? Процесс эволюции? Ну что-то вот у зверей совесть, он съел там, допустим, кот мышку. В народе голос Бога человека. У меня такой вопрос. Человек вот там двигается, это по желанию Бога или он сам это делает? Интересный вопрос. И сейчас немножко давай вот так подкорректируем, что... Человек, ты хочешь сказать, что вот человек вообще живет, и все, что он делает, да, это Бог им регулирует, да? У нас руководительница шестого класса стояла перед своими бывшими пятиклассниками. Она окинула взглядом своих детей и сказала, что всех она одинаково любит и рада видеть. Это было большой ложью, так как за одной из передних пар, сжавшихся комочек, сидел один мальчик, который учительница не любила. Она познакомилась с ним так, как и со всеми своими учениками в прошлом учебном году. Из-за того, что ей хотелось исчеркать все его письменные работы красной ручкой и поставить единицу. Как-то раз завуч школы попросила дело нелюбимого ученика в самый конец. Когда она наконец дошла до него и нехотя начала изучать его характеристики, то была ошеломлена. Учительница, которая вела мальчика в первом классе, писала, «Это блестящий ребенок с лучезарной улыбкой, делает домашнее задание чисто и аккуратно. Одно удовольствие находиться рядом с ним». Учительница, она почувствовала себя еще хуже, когда на Новый год все ученики принесли ей подарки, обернутые коричневую бумагу. Некоторые дети стали смеяться. Когда учительница вынула из этого свертка браслетик, который не доставало несколько камней, и, открыв флакон, побрызгала немного духов на запястье самых лучших учеников. Несмотря на то, что учительница повторяла, что любит всех учеников одинаково, по-настоящему она ценила и любила только его. О том, каким мы себя персонажем из мультика представляем. Настя? Серьезно. Просто Настя.
Настя. Просто Настя. Да. Настя, на кого ты похожа? Анастасия. Я не знаю. Настя похожа на Настю. Чё? На котик. Любимый герой. Из мультика. Широк. На котик. Карлсон. Я не знаю. Балуна. Олеся, на кого ты похожа? Стой, я здесь. А я бы сказала, что ты похожа на Покахонтас. Смотрела такой мультик? Да, она с челкой там тоже. Да, там такая была девушка, очень красивая, диснеевский тоже мультик. И она там очень всех побеждала так быстро и хорошо. Ну, очень похоже. Это диснеевская принцесса, кстати. Кто ты? Как тебя зовут? Я Вероника. Я считаю, что я похожа на Винни-Пуха. Прикольно, а почему? Ну, не знаю. Ты ходишь в гости по утрам? Да. Ты поступаешь и вечером тоже, кстати. Молодец. Дальше. Я Катя и похожа на Лунтика. На Лунтика. Я Катя, я родилась. Дальше. Меня зовут Вика. Мне кажется, я похожа на зайца из «Ну погоди». Это да, это очень да. Почему заяц? Не знаю, какая-то ассоциация с ним почему-то идет. А кто твой волк? Есть волк? Волк? Который гоняется все время за тобой. Уехал. Он уехал. Крош! Ксюша, крош! Так, дальше. Меня зовут Полина. Я похожа на сову. Кто похожа, Полина? На сову. На Кузю из Лунтика. Лунтика, общем, справим, я Бамблби. Чего? Я Бамблби! Я общем, справим! 10. Сколько, 40? 13. Сколько? 18. 19. Мостик. Мостик, да. Отряда одного человека. Можно я? Сами выбирайте. Готовы? Можно? Помогать. Нет, нельзя ведерко поднимать. Вот, молодец. Так, теперь что делать? Убегай в конец. А куда ты струйся? Видишь? Не надо, все, оно уходит совсем. Давай, Сонечка, давай. Давай, моя хорошая. Еще. Давай. Ну, пусть они так поднимаются. Вот еще, Сонечка, переворачивайся. Давай. Молодец. Молодец. Вот. Умница, перебегай в конец. Так, Викуля. Так, Егор. Умница. В тишине все делать. Тихо. С ручкой. Аккуратненько. А что там ручка делает? Что? Простите. Давай, Виталий. Ребята, а сейчас заново начнем. Ага, стой. Стоять. Молчим. Иди, Вероника, иди. Иди. Молчим. Идите. Стоять. Дальше. Стоять, Валера. Дальше идите. Да, идите. Дальше пошлите. Мама, стой, Вероника. Давайте, Валера, опять к тебе. Молчим. Налево теперь к Веронике.
Чуть-чуть, Вероника, еще назад подвинься. Все, теперь прямо идите прям. Тут потихоньку стоять. Дальше. Ну я бы скажите, вы бьете. Нет, нет, где Никита? Нет! Да, грабли. Там хватает. Нет, грабли сделай с пальцами. Грабли сделай, да. Вот грабли. Да. А потом всё, тихо, кто мне будет? Тихо, за линию надо. Да вы куда? Не трогать за линию. Он может, а вы нет. За линию вытащи. Возьмите нормально. Вот сюда идите, здесь побольше, ребятки. Да. Вот еще. Ты его подкидываешь. А за линию надо эти кубики? Нет, нет. Валера, садись. Так вы такое ощущение, что здесь нет парней, кроме вот чудесных двоих. А они все стоят в стороне. Аккуратней, не спеши. Куда ты летишь? Ты видишь, ты даже не летишь, швыряешь. Мальчика, подержите мальчика. Он видит, ему тяжело. Не сходи за линию. Ложи. И девочку, мальчика. Молодец. Так. Ну, глупый картин получился. Все, один есть. Спасибо. Давай, держишь? Катя, давай, наклоняйся. Не спеши. Валер, наклоняйся. Не спеши. Не спеши. Не спеши, держи кольцо. Не спеши, самое главное. Давай, давай, давай. Еще раз дом, что ли? Так. Умница. Вот это молодец. Тебе раздаешь. И тазик, и встанет туда. Тазик, рули. Вот. Быстрее. Ну, с мячом ты умеешь обращаться, Диана. С мячом умеешь обращаться. Теперь лови. Умница. Система от улыбки хмурый день светлее. Просим вашего внимания, смотрите. От улыбки хмурый день светлее. От улыбки даже радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеет на скрипке. Она была опрятная, любила чистоту, любила убираться, училась на одни пятерки и всегда всем помогала. И вот однажды собралась она в гости к подруге. Шла-шла на остановку, смотрит, девочка стоит, плачет. Девочка, что случилось? Мячик на дерево закинул, помоги мне, пожалуйста. Держи. И так Таня совершила первое. 3-4. Иди, иди, ну всегда иди дорогою направо. У него было мало друзей, а на самом деле вообще не было. Он его был одинок. Однажды мальчик пошел играть в песочницу и увидел там плачущую девочку. Он подошел к ней, сел на колени и спросил. В ответ она лишь глянула на него. Чтобы развеселить ее, он преподнес ей сладкий сюрприз и сказал. Спасибо. Она взяла этот подарок и отблагодарила его. И с тех пор они не расставались. Одним прекрасным днем он зашел к ней в гости. Какой же? В этом сне был прекрасный принц.
Мы с ним танцевали, и это был ты. А как же она, что мы можем видеться даже во сне? Остановите, остановите.